Полицейские Сенгилея празднуют новоселье. В городе Ульяновской области открыли новое здание межмуниципального отдела полиции. Комплекс состоит из административного здания, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, пропускного пункта, блока вольеров для служебных собак, а также стоянки для служебного транспорта. Также для сотрудников оборудован стрелковый тир и спортивный зал. Сегодня весь личный состав уже в ближайшее время начнет переезд в новое помещение. Практически каждому сотруднику предоставляется по кабинету современный спортзал. Все сделано по современным требованиям, с условиями труда. В зону обслуживания межмуниципального отдела входят не только Сенгилеевские, но и Терентьевские районы. Это более 45 тысяч местных жителей. Ранее полицейские работали в здании бывшего комбината бытового обслуживания населения. Теперь работать станет намного комфортнее. При проектировании также учтены требования, обеспечивающие доступ в помещение людей с ограниченными возможностями. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.